Вы уже поняли. Сегодня резанный удар слева. Как и о любом другом элементе, можно много говорить. Но у нас около 2 минут времени. Поэтому рассмотрим, как двигается ракетка во фронтальной плоскости. Если взглянуть сквозь оптический прицел на Грегора, хотя, конечно, это негуманно, но для понимания полезно, мы увидим, что разгон и контакт выполняется преимущественно в левом верхнем секторе. Головка ракетки в разгоне идет от себя в сторону влево. Точка контакта – это смена направления движения. Головка ракетки начинает свое движение в левый нижний сектор и заканчивает в правом нижнем секторе. У Стена Вавринки несколько другая история, но зона разгона и контакта лежит также в левом верхнем секторе. У него более острая смена направления движения ракетки. Она сразу после контакта начинает движение в противоположную сторону и двигается вниз, из левого верхнего сектора в нижний правый. Если сравнить их движение, то некоторые вещи этих ребят объединяют. Движение всегда начинается от себя в сторону влево, в левый верхний сектор. Сразу после контакта головка ракетки меняет движение на противоположное. У Димитрова вниз вправо, у Вавринки остро вправо. Подведем итог. Разгон влево от себя в левый верхний сектор – это главное. На контакте ракетка меняет направление, и варианты окончания могут несколько отличаться. Ракетка может оказаться в 3 секторах, но лучше, чтобы она двигалась через пересечение прицела по диагонали в нижний правый сектор. Эх, правый сектор, слово нехорошее, но мы вне политики. Еще раз повторяю, из левого верхнего сектора в правый нижний. И Роджер Федерер это четко показывает. Хотя вариант Дениса Истомина тоже не только хорош, но и красив. Его ракетка двигается через нижний правый, верхний правый сектор. После всего этого посмотрите, как играете вы. Может быть, вам есть что исправить. Всем удачи, пока!